круто. По-моему, волны меньше стали немножко. Меня слышно? Йоу! Вау! Ой, ты осторожно. Смотри, что там. Красиво! Это красиво, но смотри, какая там волна. Ух ты! Она все подпрыгивает! Подпрыгивает? Да, вот так! Смотри! Прикинь, под нее попасться. Вот бы серфить тут. Да! Смотри! Да просто! Боже, как прекрасно! Меня задело чуть-чуть. О, много. Ой. Давай сейчас будет волна, и мы с тобой типа селфи. Кажется, они все меньше и меньше, как думаешь? Мне кажется, это гораздо пошло вверх. Очень все капец. Все, ну не посмотри.
А как тебе водичка? Какой температура? Все, скоро наш автобус, так что goodbye, Мари. Давай, привет, goodbye. Да, давай уходи. Давай, давай уходи. Давай, давай. Чайка. It's okay. Я тоже, дорогой мой друг, но мы должны успеть на автобус. Всем привет, это YouTube канал. Что ты скажешь на прощание? Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ставьте комментарии. Ставьте лайк, если хотите на море. Если хотите на море, ну тогда скоро попадете, значит. Боже, как же хорошо все-таки. Я в том смысле, что в Украине есть абсолютно все. Если так посмотреть, захотел на море, тебе не нужна Италия, не нужна Турция. Ты едешь себе в Одессу или раньше в Крым. Есть леса, есть речки, озера, умеренный климат, идеально. Умеренно холодно зимой, умеренно жарко летом, весна какая красивая, какая осень чудесная. Просто идеально. Я думаю об этом, когда я здесь в Италии. Улетела. Улетела? А что это у тебя там? Мой салатик? А ну-ка, доказы. Ага, написано инсалата, реально салатик. Ну ладно. Мой. Да. Мой? Спасибо. Это вообще мамин салатик. Мега странно, посмотрите. Какие-то дырочки у него какие-то. Очень странно, прям морщин. Вот. Украина. Я хочу еще посмотреть. Вот этот камень. Вот этот камень странный. Это тоже вот эти красивые. Это вообще, что это такое? Это железо. Откуда? Это железо? Да. Железо в камне? Я просто не понимаю, почему оно типа. Реально. Перекрестие. Паутина какая-то может. Может, пауки какие-то железные живут в море? И вот какие-то. Очень все это интересно. И очень все очень странно. Вот этот очень красивый, мне он очень нравится. Почему он тебе нравится? Он такой нежный. Да, девушка может быть не волосы. Красивый. Не надо. Тут уже соль формируется. Да, другой голос. Да, жил на свете старичок, маленький ростом, и смеялся старичок через плечо. Я просто решила встать. Я сказала, я в центре Чуитовеки, и услышала это. Что это значит? О мой бог! Короче, рассказываю, если встать сюда, в этот центр, ну вот тут такой самот, то другой звук получается акустический такой, как будто я стою не здесь, а где-то. В церкви, в храме. Ау-ау-ау. А если тут? Ау-ау-ау-ау. Чу, это так круто. Смотри,
шоу. Эй, ой, ух ты! Обмочился немножко. Мы идем туда, где мы были в прошлый раз. Шторма сегодня большого нет, но воздух приятный. Я уже чувствую, как мои легкие наполняются. Меня вообще слышно? Всем привет!